Да, но с другой стороны, в прошлом сезоне он 3 матча за Тампу Бэй сыграл. Сыграл неважно, там 4 шайбы в среднем оказывалось в его воротах. И вот сейчас просто Паскуале разорвали, и Майоров снова абсолютно невозмутимо встречает свой голевой успех. Мол, пустые ворота-то каждый забьет. Ну, скажу так, в этой ситуации вообще без разницы, кто стоит в воротах. Потому что тут никаких шансов вообще. Себе вариантов и здорово переигрывает за счет отличной работы рук. Шайбу забросил Никита Сошников.